Замариную курицу. Замариную сегодня по-простому. Положу черный перец. Я уже немного посыпала его. Посолю. Можно добавить белого йогурта, ну не сладкого, естественно, пару ложек. Можно добавить кефира. У меня, к сожалению, нет. Я добавлю масло растительного. 3 ложки будет достаточно. И ложку томатной пасты. Кожу я удаляю с курицы. То у меня бедрышки куриные. Кожу я сняла, потому что лишний холестерин, лишний жир. И решила добавить еще сюда молока добавлю. Раз у меня нет кефира, нет у меня ни йогурта, ничего, я добавлю молочка, чтобы смягчить. Ну, я готовлю и мясо в молоке, и рыбу в молоке. Кто смотрит меня постоянно, тот знает, что в духовке я готовлю в молоке. Поэтому это только плюс. Все перемешала, оставляем мариноваться где-то не менее часа, чтобы оно хорошо замариновалось, пропиталось. Ну, чем больше, тем лучше. Ну, на час это как минимум. Где-то час. Бедрышки помариновались у меня. Беру лоточек. Смазала его растительным маслом. И выкладываю. Оп. Лоток. И выливаем весь маринад. И в духовку на 200 градусов, ну, где-нибудь. Я ставлю всегда на час, а потом смотрю. Все, курочка готова. Сделала пюрешечку. Сейчас будем ужинать. Вот, получилось все так, как я хотела. Не жирно, не остро, все в меру, так, как было задумано. Солененький огурчик свой. Всем, дорогие мои, кто вместе с нами сейчас будет есть, всем приятного аппетита!